капкан КП-250. Ловит бобра даже за ногу. Вот он. Вот такой вот. Такая вот канава в торфяном болоте. И вот здесь вот я поставил два КП-250. В один попался бобр, второй тоже сработал, непонятно. Возможно, не знаю, что, ветка что ли? Или ветку он тащил веткой. Попал. Непонятно, почему сработал капкан, а бобра нет. Вот, смотрите. У бобра уже нет одной ноги. Или он был в капкане. Вот эта лапа есть. Передняя. А передняя правой нету. Значит, все-таки был он уже в капкане. Но не в КП-250. Отсюда не уйдешь. Ну, поймала вот за ногу. Странно как-то поймала. Поймала за ногу. Поймала за ногу.